Всем привет, с вами Тому, и мы начинаем стрим по Legends of Equestria. Так, вот у нас звук игры, я надеюсь, меня саму-то слышно. Да, тут у меня развернут чатик, и там уже что-то пишут. Так, это закрыть, это открыть. Короче, сервер Европония, комната 78CD0А0, сахарный уголок. Я сейчас подойду, почитаю чаты. О, тут уже, наверное... Всем привет! Сбор у нас народа. Где тут помахать? Я, как всегда, такой, как, чё, как делать? Да, всем привет, кто в игре, кто не в игре. Дайте куда-нибудь встану, так, лицом в кадр. Так, да, всем привет на Ютубе. На Твиче сегодня чат, к сожалению, читать не смогу. Буду только на Ютубе и в игре чат поглядывать. Потому что у меня, кажется, все-таки полетел второй монитор. Я еще до следующего стрима попробую с ним что-то сделать. Но, кажется, он сказал и все. Вот, поэтому пока мы собираем на новогодний подарок. Вот, но я чувствую, что, возможно, скоро я поменяю цель на монитор, если действительно проблема в нем, а не в HDMI кабеле. HDMI кабеля. Так, ням-ням-ням. Так, на Ютубе чат. Когда уже начнется? Ля-ля-ля. Чат я читаю с планшета вообще, поэтому у меня может голос немножко меняться. Как игра называется? Legends of Equestria. Так. Что за игра? Кстати, я вижу много смайликов. Почему-то Nightbot не хочет банить. Это же странно. Сейчас. Секундочку, Найтбот у меня там живой. Найтбот! Он сегодня, очевидно, пошел погулять. Найтбот, ну, ну и ладно. Как говорится, это странно. Ладно, уж на перерыве посмотрю, сейчас что-то неохота. Так, будут ли стримы по Симсу? Будут, но попозже. Может быть, на следующей неделе или через следующую неделю, потому что я хотела что-нибудь новогоднее сделать, а до этого надо все-таки допы новогодние покачать. У меня не было времени пока. Как стать большим в игре? Проходите сначала задание, обучающее у вашего учителя вашей расы. Он стоит возле вашей школы, где вы первый раз в игре появляетесь. И потом возвращайтесь к нему и просите, как вам получить кьюти-марку. Дальше он все расскажет. Так, на Ютубе вроде бы все. В игре. Так. Боже, какое счастье, все прямо прыгают от радости. Спряталась от толпы по ней. Ну да, я всегда начинаю где-нибудь вокруг, не прям на площади. Всем привет, кто пришел. Даже не на-на-на. Так, ну вроде вопросов я не вижу. Прайда в Тома, дайте посмотреть живую. Ну, Тома где-то вот, вот Тома. Вот, я есть. А, кстати, да, вы видите, что у меня, если вы смотрите трансляцию, вы видите, что у меня чат частично кириллический, частично латиница. Это, если помните, на прошлом сервере, на прошлом стриме ребята приходили, говорили, что они нашли способ перекодировки. Это ребята, которые вели раньше русскоязычный сервер, они мне прислали инструкцию на почту. Я установила, там надо библиотеку кодировок поменять, один файлик, грубо говоря, заменить в игре, и тогда как бы сервер эти... сообщение видит как транслит, то есть модератор это видит как транслит, все как бы в рамках закона, но те ребята, у которых эта библиотека заменена, как у меня, они видят кириллицу, и я вижу кириллицу, то, что они отправляют, то есть как бы двойная перекодировка идет. Ладно, давайте что-нибудь делать. Что хотят народ делать? Сейчас спрошу их в чате, что они хотят делать. А, да, кстати. Привет, вот. Томочка. Ты уже поставила елку? Украсила компоту к нам году? Новогоднего настроения тебе отксчать. Большое спасибо, сырок. А, нет, не сырок, пардон, дайте. Сейчас, я с одним монитором, как это, без рук. Аня, сырок, все правильно, все хорошо.
А, ты уже поставила елку, украсила. Не, еще рано, вы что, еще какое? Все настроение еще два раза перед это самое. Я буду ставить дня за 3-4-5 до Нового года, а не раньше. А, вот, большое спасибо за поддержку и за пожелание новогоднего настроения. Мышка, перестань драть. Фу, фу. Если вы слышите жуткие звуки, это мышка дерет соседнее кресло, пока Криса нету. Не дери. Не дери, говорю. По ушам, да. Так, отлично. Чем я там ответили, да? Как неудобно с одним монитором, уж с какой. Я уже потеряла свой вопрос даже. Тома, не хочешь в лес посмотреть, как стражник сражается? Да, пойдем. Хочу, в смысле. Так. Так, а мой вопрос отправился вообще? Ой. Ай-яй. Я сегодня даже буквы путаю. Так, давайте я запрублю тут кто новые заявки. Я не заходила в игру с прошлого стрима, то есть это было 2 недели. А, так, отлично. Я покажу, пишет мне Стария. Стария Мэджик. Где у нас Стария Мэджик? Тома нашла. Передай привет Веронике и Гюниэль, пожалуйста, Фрункерс. Большое спасибо, Вероника и Гюниэль. Спасибо, девочки, вам привет. Спасибо за поддержку. Так, Стария Мэджик. Где пони Стария Мэджик? Сейчас, я пытаюсь сориентироваться. Вот, Стария Мэджик, пойдем. Я стою возле тебя. Ну, пойдем в лес, понятное дело. Лес. В каком направлении у нас лес? Где вообще север, где юг? Пойдемте в лес, там кто-то что-то хочет показать, но если никто ничего показать не хочет, просто посражаемся. У кого-то для меня подарок? Игровой? Яйцо какое-нибудь или что? Ну, сейчас до леса дойдем, я приму тогда, так и быть. Тома, если я не могу зайти в игру, что делать? Хороший вопрос. Я, честно говоря, не знаю, потому что там могут быть самые разные, как бы, проблемы, из-за которых вы не можете зайти в игру. Вот, и, соответственно, я не знаю. Есть фан-группа по игре, возможно, можно спросить там. Я так думаю. Так, старый. Тут какие-то прям фанаты инспиюки. Сейчас мы ждем поняшку старый, что-то там. Кто мне что хочет? Давайте. Никто ничего не хочет, потому что мне дать нечего, честно говоря. Вы не хотите. Ой, как хотите. А, нет. А, ну так я не одену еще. У меня по уровню рано, ребят. Ребят, я это просто не надену. Большое спасибо за предложенный подарок, но мне еще очень рада. Я потом сама куплю, честно. Если бы было что-то уникальное, где старый. Мне эта бронька еще рано. Я не влезу. Я еще только на прошлую качалась, прошлый стрим. Так. Все бегают за мной. Я пытаюсь найти человека в толпе. Почему у всех желто-зеленые гривы? Меня это пугает. Так, вот, старый Мэджик. Все, пойдем, старый, я тебя вижу, пойдем. Куда ты хотел? Я жду, пока старый пойдет вперед. Мы так и тем самым будем сейчас паровозиком. Просто задержка стриму идет. Все за мной такие.
Вот, старик, я иду за тобой. Короче, я не знаю, куда остальные. Я за тобой, вы тогда за нами идите. Мы куда-то идем что-то смотреть, я сама не знаю. Потому что... Что стало? Нет, пойдем, пойдем, старик. Старик, пойдем. Ты хотела что-то показывать, ты показывай. У нас целый табун такой. Идемте к мантикорам. Отлично, идем к мантикорам. Мантикорам это вот сюда, да? Что возле мантикор случилось что-то? Я в лесу рядом со стражником. Это вот этот стражник? Он может сражаться с мантикорами? И он должен сражаться? Я просто как бы в игру не захожу, поэтому я как бы сама не в курсе, а чё такое? Так, что-то Форест нам хочет. Что нам Форест хочет дать? А, и он... А, ну вот, он сражается. Прикольно. Носочки, грибочки. Ну, мне носочки, наверное, тоже не надо, честно говоря. Могу тебе пирог дать взамен, хочешь? У меня просто инвентарь быстро забьется. Тучка у меня есть. Форест, большое спасибо, но я тоже отклоню, наверное. Потому что тучка у меня есть, носочек у меня тоже есть, а еда мне не нужна. Я ей все равно не пользуюсь. Но большое спасибо за попытку что-нибудь дать. Именно хотела показать, как он сражается. Угу. Он сражается. Вроде. Где он? Где я его потеряла, стражника? Это... У нас опять полная вакханалия. Дайте-ка я сделаю пару скринов. Такой табун. Ну, пойдемте на петухах качаться, что ли? Потому что мне как-то самая такая веселая полянка с петухами. Все вокруг меня бегают, что это хотят. Ага, окей. Этой кучке. Исследуй кодексу чести первых бароней. Ну, пойдемте к петухам. Не, там, где много петухов, в смысле. Тут мало петухов. Вот там, где... Мантикора застрял. Там, где много петухов, короче, там смешно. Ну, там просто даже ходить не надо. Так, что-то я тут окольными путями иду. Ну, да ладно. Вот, еще с кустами вот тут нужно посражаться. Мне как-то на петухах проще всего, их много. И они такие ко-ко-ко побежали. Ко-ко-ко, вот да, вот это полянище. А что за... Они, конечно, глючные, но их много. И как-то проблем не возникает, где найти для сражения цель. Так. Проблема возникает только в том... Где курсор? Почему я поставила сама на себе метку? Отлично. Опять у нас полная. Что происходит? Найдешь что-то у драконов там? Где-то кучки. Так, если есть какие-то вопросы, вы спрашивайте, потому что я как бы не только покачаться пришла, хотя еще ни одного моба не убила, но и поотвечать на ваши вопросы, если они у вас ко мне есть какие-то, мало ли. Вот, я хочу убить этого петуха. Что значит spell cooldown? Только зашла. Так, в чате у нас. Тома, как снять прямой эфир на компе? Во-первых, вам нужен софт для прямых трансляций. У меня это платный XSplit, но есть бесплатный аналог OBS. Вот. Там вы все настраиваете, ваши адреса ваших потоков, куда вы там стримить хотите, на YouTube или на Twitch, или там, если параллельно, то есть серверы рестрима, такие как Restreamio.
Вот, и тогда вы можете как бы стримить. Но вот в любом случае нужна специальная программа, типа OBS, которая будет то, что у вас на компьютере. Там можно либо захватывать экран и стримить его, либо назначать конкретную там, приложение, там, игру, да, допустим, ее стримить. То есть там разные варианты есть. Как сделаете? Лагает, в смысле, все останавливаются в этом плане? Петухи бегают. Он уже умер, пока я нажал. Что-то я собирать еще успеваю. Тома, идем на драконов? Или големов? Ататат. Тушкам. Спасите. Ну, давайте сейчас тут постоим пока чуть-чуть. Там, где драконы или големы... Ой, я умер. Там надо успевать. Привет. Мне скажи, я знаю, ты это читаешь. Привет. В Undertale играла, нет, но смотрела, как играет Крис. А игра много весит? Ой, меня подняли, пока я... Или это не я умирала вообще? Тут просто столько пони с моим цветом гривы, что меня это немножко... обескураживают, мягко говоря. А, как вы играете с лагами? Да, как-то нормально мы играем с лагами. Прикольно. У нас такой этот самый... это норма. Безумие не играю. Ну так прикольно, когда стенка на стенку. Стенка петухов и стенка по ней... Когда вы еще так повеселитесь, как не на стримах? Хотя я не знаю, может, у вас тут какие-то ивенты уже проходят. Игровые, я имею в виду. Кстати, по поводу рождественского какого-то ивента, пока никакой информации на ресурсах разработчиков я не нашла. Ну вот на Хэллоуин они делали костюмчик, там все остальное. Возможно, может быть, и на Новый год что-нибудь такое сделают, пока ничего не видела. Но я видела объявление, что они открыли набор, в том числе модераторов. Так что, возможно, скоро вернется и официальный русский язык. Ой. Так, что у нас тут? В чате еще. Короче, сколько игра весит, я не помню. Вот, насчет... Ну, там не то, что совсем, прям совсем-совсем легкие требования. По-моему, на страничке загрузки должно быть написано. Всем передаю привет, бей петуха. У вас там табун целый, ну да. Привет, ты решила, будешь ли покупать Эмбер? Я думаю, что все-таки, наверное, нет, потому что как-то, наверное, я все-таки приберегу на Новый год деньги. Дело в том, что Эмбер нужна только на второй этап, не на третий, а второй этап не такой суровый, как третий, и его более реально пройти без бустеров. То есть я в какой-то там акции, когда была акция на Tempest, по-моему, да? Я ж ее проходила без бустерного пони. Стоп, как тебе обновление Гамелофт? И я хотел узнать, ты помнишь с прошлых стримов меня? Удачи тебе меньше, чем при. Большое спасибо, Сырок, еще раз. Да, я помню, тем более я сейчас вот, когда твое сообщение в Donation Alert взглянула, оно было прошлым, за прошлый стрим, и первое за этот стрим там. Здравствуйте, Тома. Как у вас дело с поиском 21 волны блайндбегов? Я в Питере нашла только один пакетик в бегемоте. Зато с тетушкой Эрнш. Большое спасибо, Мурся. Мурся, также правильно. Сейчас вернемся к геймлофту. По поводу, значит, 21 волны я у нас в Смоленске не нашла. Ни в бегемоте, ни в кораблике нету. Вот. По поводу... Что там еще было? Памяти никакой. По поводу... А, все, это был конец вопроса. Большое спасибо за поддержку. Короче, у нас 21 волны пока нигде не было. По крайней мере, я не нашла. В кораблике еще 14 висит. А в бегемоте 19-я, 20-я какая-то из этих. Поздравляю с тетушкой Оранж. По поводу геймлофта. Значит... Ну, в целом, да, вот я хотела сказать, что, короче, во-первых, второй этап более реально пройти, чем третий, то есть там больший разрыв
между нужным и меньшим. Плюс там приз Changeling, который, ну, Фарингс в первой своей форме, поэтому он мне менее хотебелен, чем его феечная форма. Вот, поэтому я думаю, что я не буду 350 камней тратить на Эмбер, хотя она, конечно, очень классная. И если кто-то ее будет покупать, я, конечно, понимаю, почему вы это будете делать. Вот, но просто я хочу себе что-нибудь на Новый год более новогоднее от игры. Вот, по поводу в целом обновления, ну, конечно, с одной стороны, обновление спорное получилось, потому что и с магазинами они все перекроили, и с, особенно с ценами на мини-игры, но с другой стороны, как бы, я считаю, что да, как-то привести в порядок баланс игры давно было пора, потому что, ну, явный профицит монеток у тех, кто, как бы, более-менее долго играл, да. Вот, понятное дело, что молодежи будет сложнее, но, опять же, вам там и начальные бонусы дают, достаточно большие суммы, и различные задания у поняшек теперь есть, которые на несколько часов ставятся, да, они, как бы, ими почти никто не пользуется, потому что они, как бы, ну, были бессмысленные, когда у тебя нету там какого-то жетона собрать, да, а монетки, ну, не особо-то и нужны. Вот, теперь, как бы, есть смысл их пользоваться, то, что там монетки даются. Короче, и, в общем, магазины не единственный источник дохода, и просчитать свои траты, мне кажется, теперь проще. И просто не покупать сильно дорогие вещи за монеты, если у вас их мало. Вот, насчет прокачки поняш, единственное, я вот думаю, может быть, проблема будет, если там где-то по заданию надо их качнуть. Вот я с этим не скажу, но в любом случае, еще раз, как я писала в группе, задача разработчиков как можно дольше вас удерживать в игре, и когда основные квесты проходятся очень быстро, вы мало застаете мега-акции, и у вас мало соблазна что-нибудь там купить за реальные деньги, грубо говоря. Поэтому, естественно, они пытаются как-то задержать игроков в игре. Ну, короче, в любом случае, вам никто никогда не мешает просто перестать играть в эту игру, если вам она так не нравится. Так. Тома, ты помнишь суперкотиков? Да, я так их и не прошла, к сожалению. Давайте на драконов. Ржу с этих горе-разрабов. Потрясающе. На самом деле все очень плохо. Так, игру сделали очень сырой. Если вы про вот эту игру, то это же фанатская игра. Что вы от нее хотите в самом деле? Так. Я смотрю, были тут еще вопросы. А что там? Правда, что ты такое пишешь, что тебя фильтрует все? Лаги. Да, у нас эпичные лаги в очередной раз. Ага. Раз опять. Время скриншотов забавно. А, ну да, вы... А как вы думали, такой табун игроков и не подвесит игру? Это было бы странно. Ну там можно посмотреть на замерших игроков. Вот давайте походим и посмотрим на игроков. Это Паша. Так, Лаки, вот эту, по-моему, тоже поняшку я помню. Так, что-то знакомое не помню. Я, понимаете, у меня общий как-то стиль пони знаком, а в реальной жизни Макс Филя. Кого-то помню, кого-то не помню. Твайлет Кристал, по-моему, была на прошлых стримах. Спайк Драгон. Спайк Драгон, это тот Спайк Драгон, который меня в комментариях под прошлым стримом спрашивал, какую тебе пони сделать, земную или единорога или пегаса. Прикольный дизайн, кстати, мне нравится, симпатичный. Так. Наша кошка, я помню, мы с тобой в прошлый раз дракона искали. Ой, куст. Куст пришел. Короче, да, кого узнала, того узнала, потому что... Поняшек много, я даже не всех увижу в толпе. Вот, так что не обижайтесь, если кого не узнала. Окей. Так, ну, что у нас там в чате? Перелогиниваемся, да? Фильтр адский.
Время остановилось. Так. А у Тома на андроиде не вышла обнова Пони Фермы. Она вышла. Если у вас она не вышла, либо ждите, пока обновится в Play Market, либо в группе, вот там, где под последним роликом, там есть ссылка на квестовую линейку в группе ВКонтакте. И в этой же группе ВКонтакте есть АПК-файл на текущее обновление. Можете попробовать подгрузить его. Мы все хотим в Sims. Sims будет, возможно, будет на следующей неделе, если получится. Я постараюсь, по крайней мере. Так. Предлагаю посмотреть секретики. А что, еще старые секретики, которых мы не смотрели? Ты любишь аниме? Ну, я смотрю его, по крайней мере. Так что да, можно сказать, что в каком-то мере я его люблю. У тебя с Крисом будет новогодний крафт? Вот, ребят, я пока не знаю насчет новогоднего этого самого, потому что я сейчас делаю другой проект, такой бонусный, да? Вот, и, ну, типа, новогоднего подарка. Я не знаю, смогу ли я еще Майнкрафт записать в этом году. Почему ты в таком возрасте снимаешь видео про пони? Ну, на самом деле, пони — это такая франшиза, которая выбирает в себя не только детей, но и вполне взрослых людей, поэтому это очень странный вопрос, на самом деле. Пони любят и взрослые тетеньки, и дяденьки, и даже дедушки с бабушками, поэтому как бы это очень многогранный фэндом, поэтому я снимаю про пони, и внезапно смотрят меня не только дети. На каком сервере Европония? Где стрим по Sims? Прошлый стрим был по Sims, ребят. Давайте это самое. Делиться. Будет стрим на Новый год? Да, я думаю, будет стрим 30 декабря по поводу итогов года вместо подкаста новогоднего с итогами там топ и так далее. Почему на Android не вышло обновление по Пони в ферме? Так, это у нас... Джесси Кейт, большое спасибо. Я тебе, наверное, только что отвечала на вопрос на Ютубе. Оно вышло, если вдруг у вас все еще не в Play Market не подгрузилось. Под последним роликом есть ссылка на список квестов. Это группа ВКонтакте. Там есть АПК-файл, можете подгрузить его. Он должен работать, по крайней мере, потому что группа проверенная. Так, что у нас там с Legends of Equestria? Да тоже пришел, уже уходит. Там есть телефон Тома. Это не мой телефон, это просто симка, который привязан к Киви, кошелек. Эта симка неактивная. Ну, в смысле, она не стоит у меня в телефоне. Розовые облака — это скиллы такие. Как дела? Она чат не читает? Я читаю, просто я не могу делать три дела сразу. Читать два чата и еще играть. Ты больше не будешь играть в игру Slime Rancher? Возможно, я в нее буду играть, но не знаю пока. Не в этом году уже точно. Может быть, в следующем посмотрим. Ты любишь Леди Баг? Я ее смотрю. Вот. Я думала, что она будет чуть лучше, но, в принципе, меня устраивает, чтобы ее смотреть. На другом канале Лоя не тормозит. Это вопрос? Так, что у нас тут? Тома, помнишь, меня везде лагает. Помогите. Так, что мы решили? Мы меняем комнату или нет? Меняем комнату? Ну, давайте попробуем. Есть секретка в Heartlands. Какая секретка? Ща спрошу. Как там пони звали? Пони звали. Я себя не могу сегодня. Мондэнсордэй. Пока го все на... Ну, давайте попробуем поменять комнату, действительно. Сейчас. В донате ник читался как Мурся, а не Мырся. А я не Мурся сказала, да? Извиняюсь, Мурся.
Это как Мурзик почти. Мурзя. Так. Я поменяла комнату. Она в PvP-зоне. Сейчас решим, пойдем мы туда или нет. Та-да-да-да-да. Дома, да-да-да. Я чат читаю, если что. Ну, окей, хотите секретку, давайте секретку посмотрим. Можно номер телефона? Если это вопрос ко мне, то, конечно же, нет. Зачем там мой номер телефона? Так, мы летим в Хатлендс, и там, как только залетаем, пишем стак через пробел, и нас телепортнет в деревню на точку респауна. Дома ты лучшая, пишут. Окей, так, Хардлендс. У меня вылетело. Да, у меня постоянно вылетает. А стрим по каким дням идет, чтобы я знала, просто только подписалась. Пока что стримы всегда были по субботам. Вот, так, вот пока что по субботам. Там посмотрим. Не знаю, как на Новый год что будет, поэтому пока что по субботам. Так, Так. Ой, так. А, давайте телепортируйтесь, короче, к PvP-зоне. Сейчас мы сюда пойдем. Еще напишут. Поняшка, класс. Окей. Как мне пишет игру? Ой, как мне запустить игру? Пишет, нет подключения к хосту, когда я пытаюсь войти на свой аккаунт в игре. Проверьте, вы не пытаетесь там на русские сервера подключиться, скачайте свежий англоязычный клиент. Потому что русские сервера закрыли. В сентябре еще что. А, так, тут вопросов больше нету. Привет, Прауди. Так, Тома в лесу? Нет, Тома не в лесу. Пони подходит. Так, мы ждем. Кто нам там хотел? Я не помню, кто-то хотел показать. Как пони звали, который хотела показать? Мон Денсер Дэй. Точно. А, вот Мон Денсер Дэй. Ну, пойдем. Вот это вот. А, пойдемте в зону. Я думаю, ребята нас найдут в PvP-зоне. Так. Мы, конечно, не с Мон Денсер Дэй вместе. Давайте встретимся возле башен в середине. Вот тут вот. Ища мы, короче, вместе. Ну, чё ты зависла? Конь, отвисни. Встречаемся вот там возле башен. Тут просто в PvP-зону телепортируют в разные места. Давайте вот где-нибудь вот тут на пригорочке соберемся и вместе пойдем смотреть секретное место какое-то. Тома, а на следующем стриме будет Лоя? Нет, на следующем стриме в любом случае будет, наверное, Симсы, потому что их очень просит народ. Вот. Так, мы пришли. Куда идти? Пятачок, показывай. Пойдем. Остальные, я думаю, догонят нас потихоньку. Комната 525-552-01. Куда-то лететь надо? Или пешком тоже можно? Где она? Я потеряла. Пони. А вот. Полетели.
Да. В какую сторону? Летим за пони. Боже, у меня так... дезориентация в пространстве. А, вот это секреточка? Это такая секреточка прикольная. Прикольно, ну да, можно посидеть, отдохнуть. Давайте посидим, пообщаемся в чате, может кто-то что спросит. Эх, так. Я не могу сесть на стул. Мне сложно промахиваться. Ну, почти. 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 Хорошо, сейчас почитаю еще чат. Вот, у нас такая милая беседа. Кто-то сел прямо на меня. У нас очень дружеские теплые отношения. Ой, забава какая. Ну да, прикольно так в лесу посидеть. Кстати, тут лес почти как в Gravity Falls каком-нибудь. Вот, это зона ПВП, в которой надо сражаться, но у нас это будет зона для чайных посиделок. Ну, думаю, на обложечку скриншотов хватит. А, что там пишут в чате? Тома, стой. Я стою. Я уже здесь сижу. Пришлось зайти на другой сервер, чтобы вернуться не пускала. Ну да, иногда игра глючит. Тома в лесу, Тома не в лесу уже. Тома в PvP-зоне, там вот сбоку. Секреточка. А кто хочет вступить в клан Фейри Феникс? Прикольно. У вас уже кланы есть целые. Забавно. А как вы желтым пишете, я боюсь спросить. Есть у кого-нибудь лишняя солнечная броня? Прям по три комплекта с собой носит. Нет, на самом деле бронька достаточно по адекватной цене, но места мало в инвентаре. Ей, большое спасибо Купипоня за поддержку. Да, удачи вам там на сессии, вы вроде еще учитесь. Она вам понадобится. Так, я, кстати, думаю, что нам пора бы сделать 5-минутный перерывчик какой-нибудь. Играю Legends of Equestria. Этого спрашивают на ютубе в чате, естественно. Ты прочитаешь мой коммент? Читаю. Зайти завтра в игру? Я буду в сахарном уголке на сервере с буквы А. Нет, ребят, завтра я с утра буду новости делать. Так, спасибо, что ответила на мой вопрос. Эх, ты мне никогда не передаешь привет, пишет нам Ксения Митюкова. Привет, Ксения. Где ты живешь, есть снег? Да, он есть, но он периодически подтаивает, чуть ли не до нуля. Тома, ты сходишь в данж? Да, я думаю, давайте на следующей серии сходим в данж. В следующей серии, да. Через 5 минут к перерывам. Так, так, так. Сколько тебе лет? 31. Всем привет, кто в чате. Так, ну все, там дальше все просили приветы только. А мне привет. Юилин, привет. Читаешь мои сообщения. А, все, я читаю, но не сразу. Давайте перерыв. Можете пока тут посидеть. И потом те ребята, которые в игре находятся, можете пока за перерыв написать в чате ваше предложение, что бы вы хотели поделать, пока нас много народу. Я предлагаю сходить в данж, наверное. Правда, там, я так понимаю, кроме первого вот этого участка с песиками ничего не добавилось. Вот, ну или можно поискать драконов в лесу. Кто-то... А, это анимация умерла. Вот. Короче, пишите в чате в игре, что вы хотите. Вот, я схожу водички себе налью. И вернемся через 2-3 минутки. Далеко не расходитесь.